кризис связан с тем, что Армения, как и другие страны СНГ, понемножку эмансипируется от России. С другой стороны, Армения при помощи России в свое время сумела защититься в предыдущей армяно-азербайджанской войне, но она ищет себе партнеров как экономических. Таким, в первую очередь, видит Францию. В этих условиях отношения с Россией становятся, ну, не скажу враждебными, но не такими дружескими, какими они были раньше. Да? То есть, с одной стороны, естественный процесс, с другой стороны, процесс прискорбный, деление наших стран. Да? И это ведет в тупик, потому что Франция будет помогать Армении, но не думаю, что эта помощь будет такой впечатляющей, как на это надеюсь. Я не вижу движения в ближайшей перспективе. Армения будет все более обособляться, стараться подчеркнуть свою независимость и самостоятельность. Это вполне понятно и ожидаемо. Мы не будем этому препятствовать, естественно, зачем. Но в результате просто будет страна Армения, будет страна Россия, они будут жить по отдельности.